I think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем трэш. И сегодня я решил потратить свои самоцветы и сделать эволюции, сколько смогу, тем героям, которыми я буду играть, которые мне нужны будут для дальнейших прохождений. Плюс у нас битва гильдии на носу, плюс мне надо фармить все больше и больше локаций. В общем, поехали. Начнем с землеройки. Он у нас будет первым на очереди, так как герой хороший и на PvP локациях, и на фарм локациях, и на битве гильдии я его использовать буду, поэтому однозначно мы его будем эволюционировать. 450 сама у нас на это уходит. Будем эволюционировать, конечно. А какашек-то где я столько наберу на героев всех? Да, вот это я, конечно, разогнался. Причем круто разогнался, а повторок-то у меня нету. Так, интересно, по кому у меня хотя бы повторки есть? Тыква можно сделать, стрелок. Короче, делаем эволюции тем, кому сможем. Ну, с необходимых героев. Розовый у меня тоже вроде есть. Блин, я разогнался, сейчас наделаю тут все эволюции. Сейчас будет трэш, ага, конечно. Размечтался, короче. Если привык, знаете, привычка ты себе там накопил. Блин, жестко. Жесткий облом. Ладно, давайте сделаем хотя бы под эволюции. Сейчас посмотрим, что у нас по героям вообще есть. Да, облом еще тот. Я тут думаю, сейчас я себе нафигачу, дофига эволюций, все дела. Так, ну роза у меня, по-моему, повторка есть. А роза. Или нету, не должна быть повторка. Мы, наверное, ее не обменяли. Сейчас посмотрим. 145. Блин, повторки розы нету, что ли? Да, ну не может быть. Должна роза у нас быть. Да, ребятушки. Вот это, конечно, обломиська еще тот. Я, конечно, себе думаю, такой, сейчас я наделаю. Так, сейчас подрублю мазончик. Наделаю эволюции, сейчас будет 7 эволюций, все дела. Короче, как обычно, облом. Так, я не понял. Так, Фоба, Махатма, ПБшка. Стрелок Анубис, короче, делаем однозначно эволюции и тыква. Стрелок Анубис, тыква. Давайте с них начнем. Блин, жестко. Я планировал сейчас наделать себе вторых эволюций, но я что-то втыканул насчет КГшек. Проснулся, походу, не вовремя. Так, Анубис. Делаем тоже апгрейден. В общем, нелегкое дело быть без донатов. Надо копить будет КГшки, ничего не сделаешь. Так, делаем так. Тихо. Чуть не просрал. 20к КГшек. Блин, слизней жалко нет. Ну, сейчас, может, разберемся. Сейчас придумаем кое-что. Возможно, продолжим потом. Так, эволюция первая Анубиса есть. Отлично. Да, давненько я уже не эволюционировал героев.
То чувство, когда у тебя на складе сотни карточек, и ты не паришься насчет кгшек. И тут опа. А, так, отлично. Есть. Апгрейдинг сделан. Анубиса мы довели. А, дальше у нас будет стрелок. У нас не хватает ЗП-шек. Вот, вот, вот так поворот. У нас есть такие. Хотя не, я тебе не буду сумки. Хотя за них никогда ничего не было. Можно их, я думаю, тратить. А, так, поехали дальше. Не все так просто. Так, стрелок. Эволюция есть. Ну, стрелок мне тоже нужен будет и на PvP локации. И на фарм локации. На волны. Такс. Так, стрелок у нас практически готов. Блин, я что-то думал, роза у меня это. Есть еще вторая, вроде была. Вроде не открывал инвентарь еще одну. Странно. Так, хорошо. Стрелок. Стрелок у нас тоже готов. А дальше смотрим. У меня есть ворожей землеройка. И я сейчас подумаю, кого лучше все-таки закинуть на Эва. Кто у нас еще есть? Ну, ПБшка, я его сейчас не буду. Махатма, в принципе, тоже может подождать. Так, тыковка. Тыковка. И, наверное, за КГшки сделаем эволюцию ворожею. Потому что ворожей мне тоже нужен посильней. Давайте ворожея заапгрейдим. Так, опять мне не хватает. Землеройка, в принципе, подождет. Оно что с эволюцией у меня дохнет на этом. А, я пробовал, бегал. Что так, так, давайте. Апгрейдим. Куда 1300? Вот это я олень, писец. Вот это провтыкал. Ну, просто писец. Это боль, ребята. Это просто боль без доната. Когда ты, блин, копишь эти самоцветы, блин, и тупо слил сейчас эволюцию. Считайте, можно было герою сделать еще одному. Ну, то такое, я думаю, к тому времени, когда я в следующий раз буду делать, я уже подкоплю ресурсы. Так, нет у меня еще одного ворожея. Значит, делаем вот так вот. 666. Жестко. Так, где там наш ворожей? Так, хорошо, и сразу же его тоже переводим. И этого тоже переведем. Так, отлично. Ворожая тоже переводим. Поехали. Ничего себе, гонщики там катаются. Во время карантина. Жесткие. Жесткие прям типы. Так, десятая, десятая. Да, вот это, конечно, печаль. Ну и тыковку давайте. Тыковку закинем тоже на эволюцию. Тыковку однозначно надо апгрейдить.
Я про нее забыл, но в принципе с моим огником про тыкву можно на некоторых локациях и забыть, но не на всех. Пока что не на всех. Так, блин, конечно. Печаль. Такой облом. У меня такие надежды были. Сейчас я себе наделаю тут и героев. Ага, конечно. Конечно. Так, отлично. Поехали, делаем апгрейден. Ну, на тыковке хоть есть повторка. Да, теперь надо, короче, копить эти, копить кгшки, потому что без кгшек это боль. Такс. Апгрейден сделали. Итого у нас есть 4 новых эволюции. Так, это на 10-ю перевели, землеройку перевели. А розочку сейчас надо будет тоже, наверное, перевести сразу же. Для того, чтобы потом было попроще, сразу же сделаю. Да, хоть на 10-е поперевожу. Так, отлично. С этим разобрались. Поехали дальше. Давайте сделаем сразу же этим. Так, я хотел сделать аугментацию, а не качнуть. Ну ладно, пусть будет. Все равно книги не пропадут. Так, отлично, тыковка, аугментацию прошла, ворожей, стрелок, Анубис, так, ну Зефир, понятно, у меня топчик, ворожей, делаем тоже аугментацию. Готово. Так, Анубис, ворожей, стрелок на очереди. Стрелок у нас тоже готов. Да, конечно, не то, что хотелось бы, но хотя бы так. Хорошо, хоть кулаков хватает уже, не то, что раньше. Раньше вообще просто тупо сидели и молились на эти кулаки. Хорошо, вот кайфово я книги вытащил. 1000 книг с острова. Это реально подарок просто. Так, все, тыковка готова. Итого у меня получилось 5 героев на агментации. Так, давайте сделаем вот так. А вот так. Идем, короче, к стака. По коробкам. Коробки у меня, в принципе, есть. Можно будет... Ой, там был пиромах. Можно было, в принципе, на тыковке оставить его. Неплохая тема. Ладно, сейчас что-то подрубим. На тыковку пока временно поставим. Поставлю именно для прохождения подземок, потому что у меня в планах дальше прохождение именно подземок. Затыкнем Анубису. И архидемона хочу потестировать. Так, это можно пока ворожею поставить.
Хорошие темы падают. Такс. Пиромах. Пиромах на стрелка пойдет. Стрелок укомплектован. Надо теперь нам суперсилу пятую, если получится вытащить на тыковку потом. Так, Анубис у нас пока собран. Этот собран. В принципе, плюс-минус нормально. Так, что тут у нас еще 200 самов. Нам прислали. Махатма. Что, сделаем апгрейден Махатме? Думаю, тоже стоящий герой. Землеройка, Махатма. Кто у меня тут еще с таких героев? Ну, Фобушку можно пока не качать. Там тех я особо использовать не буду. В принципе, все. Все, ждите следующий интересный видосик, ставьте лайки. Блин, конечно, донатные привычки, сложно от них избавиться. Всем удачи, всем пока.